Павильон Приморского края на улице Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума завоевал номинацию «Высокие технологии». Заслуженную награду вручили губернатору Приморья Олегу Кожемяка. Мы всегда большой традиционной частью Восточного экономического форума является улица Дальнего Востока, но уже стала таким отдельным важным событием. Хочу еще раз, пользуясь случаем, благодарить губернатора за то, что относится к улице Дальнего Востока неформально. Это действительно стало такой выставкой того, что из себя Дальний Восток представляет. При выборе лучшей экспозиции в данной номинации учитывалась интерактивность павильона, показ новейших высоких технологий, а также наличие передовых презентационных инструментов и технологий. Предприятия, которые были там представлены в широком ассортименте, это и агентство по туризму, и крупные промышленные предприятия, и порты, те, которые сегодня строятся в Приморском крае. Конечно, была представлена продукция, которую мы сегодня выпускаем для нужд СВО. Это и беспилотные летательные аппараты, и бронежилеты, и это и самоходные передвижные машины. Над самым высокотехнологичным павильоном, по словам главы Приморья, работала команда профессионалов, куда вошли экономисты, дизайнеры, а также сотрудники различных организаций. Была большая предварительная работа, была проделана с нашими предприятиями, поэтому это, наверное, комиссия должным образом оценила и вручила нам этот первый приз. Это я искренне благодарен всем, кто принимал участие в этом. Это позволяет в хорошем свете представить Приморский край, представить все те проекты, которые интересны инвесторам и которые еще раз подчеркивают, скажем, Приморский край как столицу Дальневосточного федерального округа. В этом году Восточный экономический форум прошел под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Особое внимание было уделено теме патриотизма. Главная цель мероприятия – ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.